В 2017 году предприятиями региона планируется заключить 7 экспортных контрактов с иранскими партнерами, начать отправку не только лома металлов и зерна, но и несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. На территории области планируется создать логистический штаб, где будут аккумулированы товары предприятий в центральной части России с целью их дальнейшей отправки в страны Ближнего Востока. По итогам 9 месяцев экспорт товаров Ульяновской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 180 миллионов долларов. В первом полугодии прошлого года он был 70 миллионов долларов. В регионе реализуется политика по поддержке и развитию экспортно-ориентированных производств и расширению границ продвижения продукции местных производителей. С 2014 года в регионе работает Ассоциация бизнеса. В ее состав входят представители Союза промышленников и предпринимателей, Опоры России, Деловой России, Торгово-промышленной палаты. Все знают, что 2×2 — 4, земля круглая и телевизор есть в каждом доме. А еще все знают, что телевизионная реклама самая эффективная. Тем более в эфире телеканала «Репортер 73». Главные новости региона. Прямой эфир. 7 дней в неделю. 24 часа в сутки. Региональный телеканал «Репортер 73». Каждый рубль точно в цель. Телефон рекламной службы 30 41 73.